Всем привет, дорогие друзья! Всем здравствуйте, дорогие друзья и подруги! Малюсь, ты такая! Короче, дорогие друзья, ставьте прямо сейчас лайк! Короче, дорогие друзья, ставьте прямо сейчас лайк, подписочка, комменти, колокольчик. Да-да-да, и вопросик дня, да, вопросик дня. Короче, если бы у вас был выбор, в каком доме жить. Первый вариант, дом на дереве, потом дом на воде, либо дом в пещере. То где бы вы выбрали? Ма, ты где бы выбрала? Я бы выбрала в пещере. Отвечаю, чисто дикарь. Чисто дикарь вообще. Ма, вообще, ма, такой дикарь вообще. Я дикарь. Бы даже не расчесывалась, не мылась бы, честно, не ма, люблю. Ма, да ты и так не очень-то. Это так-так-так. Так-так-так. Ай, ма, не надо, пожалуйста. Да, короче, ребят, да. Мы сейчас будем строить вообще дом на дереве. Очень красивый, очень классный, я не знаю. Ну, пожалуйста, поддержите, потому что я очень люблю дома. Ма, ну, пожалуйста, скажи им, чтобы они ставили лайки, просмотры. Короче, ребяточки, в чем, короче, состоит беда наша? Женечка обожает строить дома, ну и он хочет, чтобы вы поддержали эту рубрику своими лайками, своими просмотрами, и чтобы вы посмотрели все целиком видео до конца. И много комментов написали, короче, он это хочет. А вы не смотрите серии, где мы строим, и мне вот обидно, я честно, я очень-очень люблю дома. Он плачет подушку по ночам, честно. Это правда, прям да. На взрыд рыдает. Вот, да, это правда. Все, ма, давай, короче, будем стоить. Я не знаю. Вот это мое дерево, а там твое. А я хотела это. А, нет, ма, все, давай. 3, 4, 5, 6. Так, 1, 2, 3, 4. Итак, друзья, мы, значит, тут рассказываем вот так вот, значит. Оп, 3 сюда. Короче, сюда. Ребяточки, у нас будет вообще два дерева, но мы их да. соединим, понимаете? Прикиньте, какая идея. То есть каждый сейчас строит по дереву, потом мы его соединяем, короче, дорогие друзья. Я думаю, как тут, погоди-ка, сейчас. Ма, вот ты не думай, ты не расстраивай, просто вот смотри, видишь, ну сколько у тебя тут? Раз, два, 7, три. Все верно, я помню. А, ну вот все 7. Просто на... А, у потом... тебя выше у тебя. Вот так. А, вот. Вот, все. Ма, ты не... Ну все, ма, да, ты там не думай, ты не рассуждай, как бы просто... Короче, ребяточки, строю площадочку такую для домика. Да, для дома. Да, вот, смотрите, да. Я тоже строю площадку. Смотрите, друзья, вы можете, кстати, прям так же построить. Мозги, кстати, и изи получается. Изично. У тебя все изично получается. Ну ладно, еще подумаем. Нет, так, ты погоди. Смотри, можешь ко мне подойти. Смотрите, друзья, просто мы делаем вот так. Вот, смотрите, просто. Ага. Боже. Ма, ты где-то? А, вон ты где. Ты бы видел, что я вижу. И что ты видишь, ма? Ничего. Ма, посмотри, смотри, какое печенька получилось. Ма, посмотри печенечку. Я не вижу твою печенечку, серьезно. Вот, сверху посмотри, ма. Печенька. Ну, допустим. Ма, ну это либо печенька, либо это пуговица. А что у тебя там не так? Что у меня? Ну, ты бы видел, ты бы улыбнулся. Так, ладно. Ладно, допустим. Продолжаем. Продолжаем, такая ма говорит. Так, я правильно делаю? Смотри, она такого размера, да? 3 там, потом такой 4 идет. Ма, сейчас типа помогать буду. Вот так, потом вот так, потом так, потом вот так, потом ну, вот так и вот так. О, ма, у тебя получилось, нифига, давай дайся, да, короче. Отлично, у меня получилась печенька, ребятушки. Дальше мы ставим люки и повторяем за Женечкой. Так, так. Да, вот так. Смотрите, как так. Красиво получается. Мы просто их делаем по кругу, получается. Такая печенька с шоколадной крошкой. Ну, типа того. Смотрите, кстати, очень красиво. Типа того. Ну, красиво. Смотри, а у потом, Женечки, а потом сбоку вот так. У тебя да, у стропи... Ма, да, у тебя есть дуба, короче. Да, у меня... Я люблю дубок, красивый. Ма, ну ты дубовая, конечно. Сам ты дубовый. Так, а теперь, так. Ой, а теперь как-то надо. А как ты это сделал, кстати? Короче, смотри, Ма, рассказываю лайфхак. Смотри, берешь на shift, а так встаешь и сбоку, вот так раз. Ма, ну как, хорош? По-моему. Во, у меня получается, ребят, смотри. Короче, друзья, учитесь лайфхакам у Женечки, да, Ма? Лайфхаки у Женечки, может, свою рубрику создаешь? Лайфхаки Женечки. Лайфхаки Женечки, короче. Ма, ну что такое говоришь вообще? Так, ой, так две плиты наверх положила. Ой, ты уже стены строишь, блински, у меня тут это... Ма, давай, поторапливайся. А, тут, короче, смотрите, как сделано-то. Сейчас мы сделаем. Тут, короче, смотрите, нужны ступеньки вот такие березовые. Вот так вот красиво, бац. Вау, нифига круто получилось. Ну-ка, да, как так. О, мне надо тоже эти ступеньки. Ма, у меня чисто такая притырила.
Ну, конечно, что я буду шариться 3 часа, такая, да, чисто мата, что я буду шариться, что ли, 3 часа? Ну да, взяла, подлетела, притырила и все. Ну, ма... Без проблем вообще. Ма такая, без проблем, чисто, знаете. Да, затырила, все отлично. Так. Что-то я там замутила. Мак, иди сюда, посмотри, как я делаю. Просто изи. А вот. Я немножечко... Вот я хочу вот так. Я его хочу пошире сделать. Ты не против, чтобы он побольше был, окей? Ну ладно, давай. Там немножко, чтобы домики реально различались, короче. Чтобы... Ну, конечно, не будем идентичные делать, потому что, типа, чё? Зачем? Такое, слышали? Да, такая была. Чё? Зачем? Я там, да, я сейчас немножечко... экспериментейшн сделаю, короче. Мать, тебе нельзя экспериментировать, только мне можно. Мне можно делать экспериментейшн. Мать, тебе нельзя делать эксперименты. Так, все, смотри, как красиво, да, получается? Смотрите, он мне не разрешает делать эксперименты. Конечно, а мама, между прочим, экспериментить любит. Экспериментатор? Ладно, экспериментировать. Экспериментить. Ну, да. Смотри, как красиво. Красиво же? Красиво, красиво. Смотри, у меня, красиво. Кстати, тоже ничего, что иди посмотри. Не, пока не смотри, я не сделала. Чисто такая, иди посмотри. Да не, пока не смотри, короче, я не сделала. Так, ма, ну и что там у тебя получается? У меня все прекрасно. Смотри, какой у нее домик, а вот смотрите, она вот так и вот так вот сделала. И вот так вот, и так вот. Все, я сделала, погоди секундочку, мне надо зайти в креатив, вот у меня почему-то слетел. Ха-ха, все, минус, это мы, если что, ма, креатив рубанули. Так. О, смотрите, смотрите, смотрите. Слушай, я не знаю, кстати, где сделать вход. Ма, ну ты вот подумай, где там сделать вход. А, ну логично, раз они вот так соединяются, да? Вот так вот, да? Вот так вот, а? Вот так. Значит, здесь будет стоять дверь, логично? Логично, короче. Не логично, а так, здесь вот так делаем. Все логично, логично. Нет, ма, так, вот так вот делаем, так. Смотрите, какая красота. Ма, ты что там? Ну-ка. О, видала, видала, что происходит? Сейчас коперну, короче, Женечку. Ай-яй, ну все, так, все. Короче, так, ну все, это, друзья, это как бы заявочка на войну. А шо? Так, все, так, сейчас. Сейчас мы будем помогать, сейчас поможем, так, сейчас поможем. Так. Помогаем. Ты что творишь, ты же демон, что ли? Помогаем. Мать, тебе нужна такая помощь? Я вот так хочу сделать. Смотри, тебе нравится или не нравится? Сейчас посмотрим, сейчас, подождите. Тебе не нравится, меня это не касается. Ничего себе, так, ну-ка. Так, вот так ставлю, вот так. Ой, вот, я тут вот неправильно так, поставила так, эту так, штуку. Так. А что ты не понял? Теперь правильно. А что ты? А, вон тут как надо, вот так вот. Все, смотрите, друзья, по-моему. О, четко, смотрите. Я вот так вот. Ну-ка, смотрим. Я немножко. Ну неплохо, неплохо. Пойдет, друзья. И отлично, просто прилично, динамично. Ну вы поняли все слова, которые заканчиваются на ично. Яично? Яично. Да, смешно. Кек-пек. Чебурек. Так, ладно. Такая мать, так, ну-ка, вот так отстроил. О, смотрите, ну, по-моему, получается вообще. Давай со стороны посмотрим. Реально, смотри, как панцирь получается. По-моему, это так и надо. У нас такой, типа, деревянный грибочек, деревянный панцирь. Ну, что-то есть такое, так. Во, смотрите, ну, вообще красота. Есть. Слушайте, друзья, да это прямо вообще очень клево. Да выглядит. Прям вообще, вы смотрите. Я даже не смотрю, как делает Женечка, я делаю все сама. Ма научилась сделать? Или ма умела? Ну-ка, сейчас посмотрим. О, так сюда. Ма, я сейчас буду помогать. Так, помогаю. Да ты что-то шоу, бери вот эту штуку. Так, подожди, тикаем. Ты что делаешь? Он же тут сразу все рассыпется, как это. В трех поросятах, понимаешь? В трех поросятах? Да. Так, здесь мы так соединяем. Так, все, мы теперь, короче, делаем уже забор, матом не ждем, короче, все, забор. Это ты что? Во, я как сделала, прикольно. Как бы все у нас. Оп, во! Ну, мне нравится, как я сделала. Так, ставим. Ну и все бы тебе не нравилось, ма. Ой, его можно прямо на эти штуки поставить? О, нет, его не... Или можно? Можно. О, да, через shift, через ребят, shift, можно смотрите. Поставить. Это, короче, серия лайфхаков. Короче, в прошлой серии Ма научилась строить бесконечные фермы, а теперь она умеет еще всякие строить штуки. Заборы на шифте, ребят. Да. Знаете, друзья, необычное дизайнерское решение так-то. Ой, а вот здесь тогда не надо его ставить, потому что проходика не будет. Мы начинаем отсюда. О, вообще шикардос. Так, теперь мы сейчас укрепляем ствол дерева, потому что нам не нужен вот этот отстой, короче.
Так, нам вот нужен так, такой так. здоровый, прям хороший ствол, так, поэтому мы делаем дерево. Все круто, хорошо, динамично и как бы это... Ну понятно, все, женщине нужен хороший деревянная хорошая основа. Так. Да. Так, нужно убрать, хорошо сказано, убрать. Короче. Так, здесь вот так, сейчас вот так. Во, вот потом, ой, смотрите, друзья, сейчас вот так вот. Во, смотрите, и как красиво. Вот так. Во, все, я сделала. И вот так. Во, во, во. И, здесь, и вот здесь вот здесь, а здесь один, а здесь будет два, а здесь и три, а здесь... Все, три, ма! О, а мне тоже так надо сделать, погоди. Из три, у меня даже корни такие, типа, идут от дерева. Блин. Так, что-то у меня кверх-тормашка получается. Ну как, в принципе, обычно и бывает, ума. Так, ну-ка, не дерзи тут, ма. Ма, тут сейчас все разрулит, все получится прекрасно, как обычно. Хоть сначала и сложновато, зато потом все великолепно. Говорит ма. Ну как бы да, ума так всегда, что. Ума всегда так, дела. Слушайте, ну по-моему красиво, да, получается, друзья? Оценивайте вообще-то. По-твоему, вообще-то, по-моему, тоже. Так, здесь нам сейчас надо, короче, положить, знаете что? Сейчас я вам расскажу, что. Смотрите, как красиво. Ма, смотри, какое дизайнерское решение крутое. Да иди сюда, смотри. Мы сейчас ставим эти штучки наверх. Да, я тоже, кстати, так хотела сделать, честно говоря, хотела положить что-то. Да? Да, я думала сначала фонарики положить, но потом, типа, такая, можно же положить досочки. А потом, короче, мы в ночью посмотрим, как это будет, мне кажется, ночью вообще будет. О, да, ребят, мы сейчас, короче, навешаем тут кучу фонариков прикольных, вообще обалденно. Очень много, очень классно. Смотрите, мы сейчас подвешиваем их вот на такие стержни, смотрите, друзья, во. Так, три. Вау, смотри, ма, стержни-то еще тоже светятся, обалдеть. Стержни, да ладно. Да. Оп, вот так. Смотри, у меня прям пирамидкой все идет такое, типа, по возрастанию. Так, я подвешиваю. Смотри, какая красота. Оп, оп. Обалдеть. Смотрите, обалдеть. Друзья. Обалдеть. Смотрите, обалдеть. Смотри, обалдеть. Ма, иди сюда. Вау. Да. Реально, смотрите, ума пирамидка такой. А как? А, ты сначала заборчик сделал? Ты сначала сделал заборчик, а потом стержни подвешивал. Ну, я тоже сейчас так сделаю, что? Такая моя, сейчас тоже так сделаю. Так, вот здесь вот. Сейчас мы тоже, короче, укрепим наше вот это основание, короче, деревянное. Так, стерженечки мои красивые, давайте-ка мы... Смотрите, друзья. О, они реально светятся, обалдеть. Ну да, да. Смотрите, как прикольно получилось. Ой, так, вот. Сейчас я их сделаю, чтобы один был подлиннее другого. Так. Давай. Так, сейчас мы, короче, делаем еще, знаете что, друзья? Сейчас я сделаю еще заборчиком таким прикольным. Так, фонарики, какой здесь вешаем. Больше подойдет? О, или нет, подожди, так. Или не подойдет такой? Так. А, не, подходит, друзья, смотрите, вау. Так, и вот сюдашеньки еще один. Смотрите, как красиво, обалдеть. Оба, вау. Вау, да вообще. Смотри, да, вообще красиво, да, получается? Ой, а ты сделал, типа, здесь такое окно, да, получается? Да. А у меня здесь, знаешь, как будет? У меня здесь фонарики будут стоять. Таких, так, все, теперь мы делаем, короче, крону из листьев. Вот. Да, ребятушки, наверху у нас, короче, будут листочки, чтобы это было, ну, похоже на дерево. Чтоб, да, у нас как бы не спалили. У нас как бы там такое, как бы заныканное так, будет. Так. Спрятанное, друзья. Так, вот так. Так. Их, стой. Слушай, ну, по-моему, очень красиво получается. Ма, ты что считаешь? Я считаю, бомбезно получается, я упала, но получается прекрасно. Так, вот здесь вот сейчас делаем вот эту верхушечку. Как это называется? Ну, я, короче, делаю челку у дерева. Челку у дерева? Ну, это такая... Ну, короче, пусть будет челка у дерева. Грива у дерева, ма. Грива деревянная. Грива деревянная. Слушай, по-моему, звучит вообще как успех. Деревянная грива, ребят. Успех, это успех. Так, вот здесь сейчас повысил, вот так. Да. Густая такая. Это кучерявый шалун. Мам, у меня дерево называется кучерявый шалун, короче. Слыхали? Кучерявый шалун. Ну как? Ладно, слушай, посмотри, как заходит вообще. Шутки твои кучерявые вообще. У Женечки сегодня кучерявый юмор. В смысле? Что такое вообще? Просто... Смешно. Да ладно. Я посмеялась, честно. Все, молчу. А, то есть так не смеялась, все понятно.
Ну ты же не слышал. Значит, в душе. Ма, все, ты кидала, короче. Все, смотри, смотри, я сделала, короче. Это моя крона такая, типа как тортиком. Ну прикольно, ума чуть поменьше, у меня чуть побольше, но так и должно как бы быть. Да, да. В смысле, подожди, ума чуть побольше вообще-то высоту ума. А у тебя, короче, в ширину получается. Так, все, ставим, короче, фонарики, дорогие друзья. Так, фонарики, фонарики, о. Фонарики я, кстати, поставила. А ты забор решил все-таки вот так вот сделать. Ты прям вот, вот так вот. Я ну, вот, давай, я решил тоже. Хотя мне нравится, как у тебя, так что я их убираю вот здесь. Да? Блин, а я хотел как... Ну ладно. Но я вот здесь оставил. А я где-то... Там просто, о, понимаешь, проходика нет. Вау, кстати, это ты дизайнерское крутое решение принял. Ну-ка. На вооруженице. Да? Так вот, так вот, так вот. Так вот. Так вот, так вот. Так, вот, я так вот. А тебе мало, ты что там делаешь? Смотрите, а Матуза так делает. А Матуза так делает, говорит. А это чтоб, ребята, ну, надо забор, короче, чтоб проходить можно было, понимаете? А то так нельзя проходить, а вот так вот можно. Да, вот так вот можно, говорит. Закрываем, открываем, вот так вот, оп, оп. Всё, так, и теперь мы вот сюда сейчас поставим вот такие штучки. О, смотрите, о. О, Ма, зацени. О, смотри, столики. А, ты дощечки поставил? Дощечки поставил, слышишь? Я такая смотрю, типа, со своего, короче, своей точки зрения, понимаете? Со своего корыта, Ма говорит. Эй, какое корыто? Дерево мое. Так, все, мы сейчас... Все, Ма, давай теперь мост делаем. Мост, короче... Все, ребятушки, у нас, короче, будет... Да, а что ты как-то сделал? Ты сделал... Давай, расковыривай тут все проходик. Все, у нас два домика соединяются между собой. Мост воссоединения, короче. Мост воссоединения. Красиво, да, звучит, кстати. Красиво, красиво. Эпично, лирично, поэтично. Так, я хочу поставить... Ну-ка, интересно, а можно сделать вот как я хочу? Ну-ка, сейчас проверим. Так, ну-ка. Так вообще делается? О, идеально. И дверь. А, так нельзя сделать, ну ладно. Дверь из темного дуба поставлю, короче. Давай, давай, Ма. Короче. Не, не нравится мне дверь из темного. Я хочу еловую. Ты делаешь, еловая, нет? Дверь точно крутая. Заборчик. О, прикольно. Я... А, типа я должна со своей стороны делать? Ну да, конечно. А, я-то думала, ты его делаешь. Ну, а каждый делает друг другу. Ну, поняла. Короче, ребятушки, кажется... О, смотрите, кстати, как Ма сделала. Она, типа, светильники вон туда положила, там, где я сделала окошечки. Ну, прикольно, прикольно. Да, да, я решила сделать так. У меня есть окошечки, я сделала дверь. О, она уже внутри декор сделала, я сейчас тоже сделаю декор. Ну, да, я, короче, поставила все самое основное, ребятушки. Так, кровать, верстак и печка. Так, да, ну, кстати, все, ставим самое основное. Тут, значит, смотрите, у нас будет вот так вот печа, нет, вот так вот будет верстачок. Что там за идея? Ну-ка, тихо-тихо, нет, не подслушай. Ну-ка. Я тебе не скажу. Так, идем смотреть. Так. О, ого, так, мы посмотрим. Так. Так, это интересно, можно сделать или нет? Нельзя, мы так. Не получается. А, хотела фонарики на них поставить. А все, мы нельзя фонарики никакие. Так, ну-ка, почему вот так как-то? О, кстати, смотрите, прикольно, да, получилось, друзья? Вау, подождите, сейчас, ну-ка. Сейчас, погодь, я тут кое-что... О, все готово, короче. Так, внизу, ребятушки, внизу мы поставим гостерочек, да? Да, смотрите, это будет необычно. Подожди, Ма, подожди. Так, подожду, вот так делаем. Жду. Так. О, ребят, сидушечки поставили. Не. Ма, какие сидушки, сейчас заведешь? А, ты просто хочешь так красиво обрамить его, да? Ну, Ма, ну как бы да, там как бы, ну как-то хотелось. Я думала, сидушечки поставить. О, я думал, сова, ладно, так... Не, Ма, подожди, нет, не вот так, вот так, короче, потом у нас будет вот так. А, может... а ну да. Вот. Ну да, я-то думаю, что там надо? Ну, так, и теперь нам надо поставить последний штрих. Ма, отойди чуть-чуть. Давай штрихуй последний раз, штрихуем. Так. Это убираем. Потом здесь так. Так. Убираем. Жуж, по-моему, круто получается. Все, здесь а не надо. Такие? А что такие? А, это пенечки, на которых надо сидеть вот так вот.
Да, и смотри, Дима, ну-ка отойди чуть-чуть. О, сидушки, сидушки. Картоночки такие под пол, чтобы не холодно было. Все, теперь мы тут сидим, и все, и в принципе сидим, и это... Ну, пердим, да. Да-да-да. Так, все, здесь фонарик чуть-чуть поставил. Так, ну что, настало время включать ночь, самое волшебное время в Майнкрафте. Тайм. Давай, майнкрафтовская ночь. 15 тысяч, ну-ка. Вау, вот это круто. Слушай, Ма, ну это прям круто. Смотри, тут луна, а где луна? Ма, луна, а вон луна. Ну-ка, вон давай, луна. Давай сядем. Слушай, ну прикольно так сидеть, давай, короче. Сядем. Ну красиво получилось, красиво. Красиво. Потом, давай посмотрим теперь домики. Ма, заходи в мой домик. Так, давай посмотрим. Смотри, у меня тут бачочечки, так все уютненько. О, короче. Так у тебя дофига всего. Ну-ка, я у тебя стырю сундуки. Ма, кого? Смотри, короче, какой я сделала куст вот такой. Он прям идет к дереву наверх. Ся. О, смотри, тут кроваточку. Ма, зайди еще ко мне, посмотришь, что кого. Блин, я застряла, у меня тут мало места. У меня крошечный микродом. Смотрите, у меня тут и бочки вверху, и сундуки, и еще всякие штуки, и печка. Ну, ма, посмотри, вот бочки, видишь, вверху. Да, но у тебя-то побольше домик. Ма, ну надо было тоже побольше, не знаю, зачем поменьше сделать. Не, ну у меня милый ламповый, смотри, тут как бы все есть. Чисто такое. Ну да, смотрите, в принципе, все. Ну чисто все есть для выживания, в принципе. Ничего не жалуюсь. Ну все. Ходить, правда, сложно. Да, ну все, короче, дорогие друзья, все, встаем на мосту. 8, дорогие друзья, ставьте лайк за такой крутой домик. Поддержите рубрику. Да, поддерживайте скорее рубрику «Дома», потому что это реально круто строить в Майнкрафте. Да, все, давайте, дорогие друзья. Все строители Майнкрафта, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Всем покусики-покусики. Ей.